Здравствуйте, дорогие друзья! У нас сейчас мини-маленькое такое видео на вот такого мягкого удавчика. Это игрушка для ребенка из хлопка, абсолютно не аллергичная, наполнена холофайбером. Игрушка это для, ну, можно сказать, как можно использовать как бортик для ребенка, а затем в кроватку, чтобы не бился ребенок, когда новорожденный. Ну, конечно же, для игры потом ребенок его будет использовать свободно и спокойно. Очень классная интерьерная игрушка. Заказать такую игрушку или другие абсолютно разные игрушки можно у нас на сайте. Внизу под видео в описании есть ссылочка на сайт. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал.